В студии Международного информационного агентства «Тренд» популярный телеведущий Илькин Гасани. Привет, Илькин. Привет, здравствуйте. Как дела? Привет. Нормально, отлично. Хорошо. Впервые у вас в студии. Да, вроде добро пожаловать, очень хорошо. Симпатичная, ну, как наша студия? Нравится? Симпатичная очень. Симпатичная, да? Да. Илькин, недавно на YouTube было выложено твое видео, где ты еще будучи, скажем так, малолеткой, да? 15 лет. Да, в 15 лет. Да, так как бы пародировал, там показывал сценку, да, вместе с песней Prodigy, да? Да. И ты говорил, что именно так произошло мое вступление, да, скажем, в этот мир, да? Нет, это был просто, просто такой, да, заголовок, что, типа, вот это первое мое видео, как бы там. Ну, на самом деле, это было в 97-м или же в 96-м году, когда я учился в школе, в средней школе. И тогда вот я с друзьями, то есть друг купил камеру и сказал, что давай что-нибудь такое интересное снимем, посмотрим, как у нас получится, не получится. И в то время да, был период этого Prodigy, когда вот все слушали, да, все да, там да, да, надевали да. их тащили майки. Музыку, да, даже были, я помню, у меня был дневник такой с их такими этими картинками, что типа Prodigy, Mrodigy, наклейки дома, были. Дома фотографии на сцене, дома, на кровати. Ну, да? Это не из-за того, что типа я был фанат этой группы, просто другие друзья слушали, я тоже вместе с ними. В общем. И в этот период вот мы сняли этот клип под эту песню. Правда, я не знал слов, просто так, да, под синхрон я открывал рот. Мои друзья, вот все знакомые, кто смотрел этот клип, сказали, что это очень хорошо, очень супер, у вас отлично получается. Кстати, Prodigy да. считается как бы сатанинской музыкой, да? Разве? Да, говорят, что сатанинская музыка, вот Kiss, AC/DC, да? Да. Вообще, как у тебя с этим дела обстоят? То есть, сатана? С этой, с мистикой и так далее. А, с мистикой? Нет. С мистикой обстоят дела очень плохо, но раньше, когда вот в эти года, в года вот этого Prodigy, когда мы это снимали, мы часто собирались вот друзей дома и вызывали этих духов, да. Свечкой, да? Да, свечкой, типа вот сейчас придет Ленин, сейчас придет Брежнев, или же кто-то там, Фредди Меркьюри. Кто-то приходил, кто приходил. Типа, да, вот кто-то приходит, и свечка начиналась там в разные стороны дуть. Тарелка вращалась, да? Да, тарелка вращалась, и типа мы вот верили, что вот есть такое. Но я, если честно, не знаю, я не верил с этих времен. Ты вообще загадывал, ты вообще хотел стать, как говорится сейчас, популярным телеведущим, загадывал на это вообще? Не-не, если честно, я вообще в эти года ничего не загадывал. А стать телеведущим мне помог мой папа, который работал в телевидении в 90-х годах. Я был у него там на работе, я смотрел все, как там все работают. И в некоторых передачах снимался. Снимался в разных фильмах, эпизодических ролях. А потом я подумал, что почему бы и нет на телевидении. Я хотел стать звездой, да? Да, не звездой. Я хотел, чтобы у меня была форма, я был там или в органах работать, в прокуратуре, в полиции. Но после этого, после того, как я уже после работы папиной, я подумал, что а может быть и телевидение, даже вот телевидение и радио, вот эта сфера. Ну, вместо погон на звездах, у тебя сейчас, так сказать, появилась звезда на телевидении, да, можно сказать, что ты звезда. Не звезда, не звезда. Не чувствуешь себя звездой? Просто, не звезда, просто, может быть, я вот этот известный, может быть, популярный где-то, но то, что вот звезда и телеведущий звезда, это как-то нонсенс. Не, в азербайджанском телевидении. Во всем мировом пространстве, на многих каналах, телеведущий даже намного популярнее. Те же певцов. Ну, это Америка, это Европа, это Россия, Турция. Да. Ну, сравнивать их шоу-бизнес и наш, это как-то юнах ты гардаш. Большой грех, да? Грех. У тебя был замечательный проект, это Boss Bash Pictures. Да. Почему ты прекратил? Возобновили мы его. Возобновили, да. С 29 апреля в пятницу. 22:30 у нас, да, первый эфир. Мы уже не как рубрика, а как отдельная передача будем, отдельный проект. Так. Да, мы уже снимаем, у нас идут съемки. В каждой передаче у нас есть там эти персонажи, Шами, Меллим, типа он бывший певец, сейчас работает где-то, и его напарник, продюсер, еще.
И каждый раз у них будет совсем другая специальность. Uh-huh. В первой передаче они работают в полиции, дорожной полиции. Вторая передача, они работают в какой-то больнице. Uh-huh. Потом завтра мы будем снимать в Плафераклоре. Uh-huh. Там они чинят машину разную. В общем, каждый раз у них ничего, в конце передачи у них ничего не получается, и они как меняют всегда, свою да? профессию, да, как всегда. To be continued. Да, to be continued. Да, они меняют профессию. Вот сейчас вот на многих, так сказать, радиоканалах, даже стали показывать так, на телеканалах, да, вот эту песню, вот «Джан-Джанады, Джан-Джана», да, под нее даже полностью отрываются на свадьбу, да, то есть это самый рейтинг, вы считаете, да? Да. То есть ты считаешь эту песню, типа, вашего формата «Boss Bash Pictures»? Конечно, эта песня родилась для нас. Эта песня, сыр, просто... Эта песня стала очень популярной, о том, вот, как мы услышали бы, сразу бы вот что-нибудь придумали под эту песню. А вот сейчас уже в это время придумывать что-нибудь под эту песню неинтересно будет. Вот, например, когда Тиню Шахлары, Сайн Нолсун, Сайн Нолсун, эту песню, когда мы нашли, она была такая, да, не очень популярная. Потом мы нашли песню Манаф Агаева, Джана Яммеш. Эту песню, да, мы нашли, откопали. Да, и после передачи она очень хорошо популярной. Откопали теперь. Да. Пора вставить памятник. Потом мы откопали песню «Амманам Бильмасин». Да. Некоторые есть песни, вот такие босбашские песни, которые мы откапываем. Ну, босбаш, босбашем, я тебе одно слово скажу, что эти песни очень популярны. Да, они популярны на свадьбах. И можно сказать, что на каждой свадьбе. Как бы ни говорил, что босс-баш, но все-таки этот босс-баш становится каким-то... Заказывают эту песню. Вот эту песню заказывают и Замику, музыка. Эту песню заказывают и другим певцам, популярным певцам. И они с удовольствием их исполняют. Некоторые исполняют, и некоторые отказываются. Тяжело быть геологом? Откапывать все время. Не, не тяжело. Интересно, наоборот. Да, находить что-то новое, откапывать, представлять это телезрителям. И когда вот отзывы бывают хорошие, да, позитивные отзывы. На протяжении многих лет ты ведешь передачу АТВ-магазин, и вот бываешь на утренних передачах различных, да? Трудно поддерживать телеведущим вот это свое реноме, чтобы, скажем, эта передача или этот телеведущий в частной сети, то есть не потерял бы свою актуальность, свою популярность? Актуальность? Сейчас, в данный момент у меня передача, вот, значит, АТВ-магазин. Это там совсем старая передача моя. Сейчас вот у нас начался новый проект «Автотайм» по воскресеньям утром. Да, потом по субботам и воскресеньям у меня утренняя передача и «Босбаш». Совсем разные. Вот. Совсем разные сферы, да? Да, сферы совсем разные на телевидении. Но справляемся. Да, неплохо. А насчет того, чтобы поддерживать вот эту популярность или же... Эту популярность у меня поддерживаю я в Фейсбуке, на страничке своей, если честно. На страничке в Фейсбуке, да, вот у меня бывает больше отзывов, чем на телевидении. Сейчас, в данный момент. Вот, например, какой-то сюжет или же какую-то передачу вот я снимаю, я это показываю на телевидении. Никто из знакомых не... звонит, так, да, вот очень мало. А раньше это звонили, писали, мы посмотрели это, супер, отлично. А вот сейчас вот я этот сюжет я вкладываю в YouTube или же в Facebook. Там бывает, отзывов бывает очень много. То есть фактически интернет перебивает телевидение? Я так думаю, что да. 21 век и интернет сейчас более интересный, сейчас, чем телевидение или же какая-то газета, или же журнал какой-то. Да. Ясно. Хорошо. А вот для многих... Это мое мнение, лично субъективное. А телевидение оно является как бы неким трамплином, то есть для выступления на свадьбах, для приглашения на корпоративах. Как в этом плане? Что ты думаешь по этому поводу? То есть люди приходят на телевидение, чтобы не развиваться в творческом плане, скажем так, а вот именно чтобы в будущем как бы внедриться в какой-то бизнес. Мне, если честно, вот раньше, когда мне предлагали насчет свадеб, корпоративок, я отказывал, что нет. Не хочу работать на телевидении, я не хочу там разные свадьбы. А потом после, вот когда уже один раз мне предложили, мой знакомый один предложил насчет свадьбы, что, а может быть, ты поведешь мою свадьбу, ты будешь ведущим. Я сказал, что, если честно, я никогда не вел. Я думаю, что у меня не получится. Он сказал, нет, все, там будут все свои, все знакомые. И один раз в один прекрасный день, это было в 2006 или же 2007 году, я не помню, да, вот в эти годы
Да, я в первый раз вел свадьбу своего друга. Да, после этой свадьбы можно сказать, что вот каждую неделю мне звонили, вот тот на свадьбу был. А у нас будет свадьба. Да, в общем, пошла раскрутка. Очень хорошая. Тамада получился хороший, да? Не тамада, я не думаю, что тамада, ну просто ведущий. Ага. Да, там я сделал несколько конкурсов, несколько аукционов. Да, и вроде бы было интересно, и после этой свадьбы мне начали звонить. Даже бывает, что ты на свадьбу выставляешь на аукцион личные вещи. Да, бывает. Не невеста, а жениха. Вот, а например, деньги куда девать? Деньги мы делим пополам. С кем? С женихом. Жениху, да, договариваемся мы с ним. Договариваемся. Вот. А в один раз я продал бабочку жениха за 3200 или же 3300 манатов. Она что, из золота была, эта бабочка? Не, просто я выставил на аукцион. Uh-huh. Вот, бабочка жениха. Обычная бабочка? Да, обычная бабочка. Я просто позвал его. Я сказал, что вот у меня такой обычай, я делаю аукционы разные. Я посмотрел на него, смотрю, дорогие часы очень. Очень дорогие часы. Нет, часы не будем. Посмотрел, вот ремень. А, бабочка. Самая дешевая бабочка. Да, бабочка. Давай мы продадим твою бабочку. Да, в общем... 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000, 3300. Все, продано. Для тебя где больше всего приятнее вот в личном плане? То есть где ты больше получаешь, так сказать, адреналина в крови? Больше адреналина, конечно же, я получаю на телевидении, в прямом эфире. Когда прямой эфир, да, вот тогда это совсем другое дело. Да, а когда вот не прямой эфир, так когда записывается на кассету, ну, я могу высказать что-то и подумать, что, а может быть, это неправильно, и остановиться. Что, давай снимем заново. А когда прямой эфир, я об этом не думаю. Да, и в прямом эфире у меня птичка получается... вылетает и все. Да, вылетает и все. И в прямом эфире получается на гораздо лучше, больше. Хорошо, я так думаю, что... И корпоративки тоже. Там, когда бывает молодежь. А да, с ними легче работать. В прямом эфире у тебя как бы эти ноги, руки не дрожат. Вот сидишь и что-то рисуешь здесь, восьмерки всякие до сих пор. Это обычай у меня такой. Обычай, когда я разговариваю, я смотрю в другую сторону и руками вот так рисую. Ничего. Да. А насчет того, что руки дрожат, ноги дрожат, это было у меня в 2001 году, когда я... 10 лет назад. Да, это было... Первый выход на радио, на 106 FM, когда я работал там, у меня в октябре или же в ноябре был прямой эфир, я был диктором новостей, да, и вот в этот прямой эфир у меня дрожало все, и руки, и ноги, и голова, я весь сам дрожал, так как это был прямой эфир, я не думал, что так быстро я выйду в эфир, спустя 10 дней стажировки, да, мне сказали, что время, давай. Выходи. То есть в этом году фактически у тебя получается юбилей. Да, юбилей. Я буду справлять юбилей, десятилетие свое. Приятно ли тебе или это мешает тебе твоя популярность? То есть, скажем, ты выходишь на улицу, да? Да. Садишься за руль автомобиля, бываешь на разные мероприятия, да. И вот девушка подходит, признается любви, хотя сфотографируется с тобой, берет автограф. Как получаешь от этого? Нет, это было раньше. Сейчас это бывает очень так редко, если честно, да. То есть уже к тебе не подходит, что ли? Не, подходит, фотографируется, просто... но не на улице, да, вот в каких-то корпоративках, вечеринках, или же кто-то подходит вот, с улыбкой, с любовью. Можно с вами сфоткаться, да, конечно, можно. Телефоны дают? Да. Не, телефоны, это бывает редко очень, а так вот фотографируются, потом говорят, что вот мы вас так любим, уважаем. Ну и что ты в этот момент чувствуешь? В этот момент, конечно же... Что можно почувствовать в этот момент? В этот момент арбузы вот здесь, по две штуки. Сколько тебе лет? Мне 27. 27, да? Не задержался ли ты в холостяках? Задержался. Да? Да. Не пора ли тебе пора? Пора. Давно пора. И что же ты ждешь? Сейчас же мода такая пошла, эпидемия. Все стараются жениться, ходить замуж. Да? Это как будто мода такая пошла. И через месяц, через два месяца разводиться. Да. Может, рискнешь? По этой эпидемии нет, я не буду ходить. Да. Когда кто-нибудь выйдет, я полюблю этого человека на самом деле от чистого сердца. И этот человек полюбит меня. Когда все будет окей,
когда я встречу вот ту половинку самую, и вот потом я подумаю об этом. Пора. А твои родители, да, вот как у нас да. принято, не говорят, что вот Илькин, вот там такая хорошая девушка есть, она из дома не выходит, очень культурная. Не, бывает, конечно же, вот азербайджанская семья. Сватает. Да, бывает, конечно же. Там родственница есть какая-то, соседка. Не соседка, вот, например, кто-то друг отца, дочка. Или же кто-то вот там, вот она хорошая, интересная, она, блин, тербиалиды, самое главное. Да, вот я так говорю, нет, нет, нет. Они говорят, а, хорошо, нет, так нет, нет, да. Посмотрим, кого ты сам найдешь. Некоторые люди, мы кажемся несерьезными, и правильно кажемся, потому что вот насчет этих свадеб, я хотел сказать, вот женятся наши коллеги или же там кто-то месяцев через 2-3, развод. И вот поэтому... Ради галочки создать. Да, ради галочки просто так, что типа вот фланкяс женился, да. А потом вот пошла реклама, пошла опять вторая реклама. Фланкяс разводится. Пиар. Да, пиар, просто пиар такой, очень ненужный пиар. И вот после этого пиара вот некоторые люди, многие так думают, что люди шоу-бизнеса, несерьезные люди, они... Блин, даже развратных. Да, развраты, блин, разные вещи там говорят. А после этого я думаю, что, блин, есть в шоу-бизнесе и в этой в телевизионной сфере есть очень серьезные люди. Да, порядочные люди. Да, очень порядочные, очень серьезные люди, которые вообще к этому шоу-бизнесу не относятся. Они. Просто из-за работы вот работают они. Вынуждены. Да, вынуждены, да, из-за работы они работают с этими людьми. А на самом деле, в глубине души, они очень серьезные люди. Многие говорят, что вот шоу-бизнес плохо, 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 да? А вот если бы этого не было, шоу-бизнеса, если бы не было бы этих скандалов, всяких передряг, всяких там ссор, свадеб, тех же разводов, ведь это же было бы неинтересно просто-напросто. Ну, конечно, это было бы неинтересно. А вот те люди, которые вот говорят, шоу-бизнес, я не смотрю, я их всех ненавижу, фланкес, фланкес, фланкес. Когда бывает у них свадьба, или же там у кого-то, у близкого бывает свадьба, они сразу звонят, что «Рексане, твои нечья гелишь, Эйларис, твои нечья гелишь, кто-то вот мы хотим пригласить на свадьбу». Это тот человек, который месяц назад говорит, что я не смотрю, я их всех ненавижу, я их...» Но в конце концов они вынуждены вот звать на свадьбу, на свои мероприятия вот этих людей. Вот да. Некоторые телеведущие, скажем, да, вот они, кроме своей профессиональной карьеры, да. Да, пробуют свои силы там. В бизнесе. Не в бизнесе. На театральной сцене. А, театральной сцене. В кино, да? Да. Много таких можно перечислить. Да? Тоже, вот, скажем, Диляра Алиева является актрисой, да. И многие другие. Да. Вот у тебя как в этом плане обстоят дела? Насчет театра, если честно. Я очень хочу. Не хотел бы попробовать, скажем, Азерахшан тоже, да? Да, Азерахшан, да. Не хотел бы себя попробовать в театре? Я пробовал себя, но это было в года, эти студенческие года, когда мы сдавали экзамен, госэкзамен. Да, вот там у нас была сцена такая, маленькая сцена с зрителями вместе, там с педагогами. Они оценивали нас. И тогда мы ставили разные сценки, театральной сценки. Вот тогда я участвовал, и мне это очень нравилось. Это было до телевизионной карьеры моей. Это было там 11 лет. Понятно, а вот сейчас не хочешь попробовать? Типа? Сейчас вообще можно. Не приглашают? Я даже на одних из передач, тема была насчет театров наших, я в одних из передач, из ток-шоу, я сказал, что я предложил им, что давайте сделаем что-нибудь новое в театрах. Пригласим, кого-то из знаменитых певцов, певиц, ведущих. Посмотрим, попробуем, может быть, у них что-нибудь получится. И у них есть своя публика. Народ галяджайки. Да, что-то новшество. Да, новшество будет. А то, что вот все старые актеры, там, то есть, люди разные сценки. Да, проедается. Сделайте что-нибудь новое. Вот, или же какой-то вот такой интересный мюзикл можно сделать на сцене, чтобы привлечь зрителей. Да, я предложил им это, им очень понравилось, что да, это можно сделать для будущего. Для будущего. Да, вот а представьте. Когда это будущее наступит? Да, представьте, вот сейчас в Аздраме идет так, премьера. В главной, не в главной, просто в ролях, фланкес, народная артист, и же я. Посмотрите, что там будет.
Да. Да. Аншлаг будет? Будет, конечно же, будет. А вот какую бы ты хотел бы сыграть роль на сцене? Роль на сцене? Можно какой-нибудь такой исторический. Например? Театр. Бабека взять. Смог бы сыграть? Не, не Бабека, не такого, не из таких персонажей. Да. На семью. Начнем с маленьких. Не зови. Ну а почему бы нет? Да, я пока что не пробовал на профессиональной сцене, но не знаю, как получится. Ну вот кого бы ты хотел сыграть? Гамлета смог бы сыграть? Гамлета можно было, да. Мог бы, да, сыграть? Да, Гамлета можно было. Потом вот в эти года, в студенческие года, мы ходили в театр пантомима. Угу. Да, там у них была одна эта, значит, Ким де Мюгассер называлась. Угу. Ким де Мюгассер. Я вот эту сценку смотрел 27 раз. Угу. Да, представляете, 27 раз. Мне очень нравилось. И каждый раз, ну, у нас бесплатно, да, было в эти годы, бесплатно было. Да, 27 раз я смотрел вот этот театр пантомима. Мне очень нравился. Я даже хотел выступать с ними, но потом как-то уже после телевидения все забылось. И да. Последний вопрос. Да. Говорят, полного счастья не бывает. Угу. То есть у тебя, в принципе, есть все. То есть для твоего возраста. Это и популярность, так сказать, и эфир есть, да. И приглашение есть на различные мероприятия. Да? А вот что тебе не хватает вот сейчас? Что не хватает? Для полного драйва. Для полного драйва, я так думаю, что своя семья для счастья. Своя семья. А после потом уже посмотрим. Ну, сейчас, в данный момент, у меня есть, честно, вот и друзья, и работа, и все на месте, нормально. Я не говорю, что все супер отлично. Ну, нормально, щукиш. Было да щукиш. А вот была бы еще семья своя, это было бы вообще супер отлично. Ну, иншаллах, наверное, в ближайшие года. Как только, так сразу. Да. И это будет. Иншаллах. Спасибо, Евгений. Все, спасибо, до свидания.